И всем привет! Вот вы вернулись в игру. Так. Дождик все еще продолжается. Может, мы можем еще помыться? А вот и нет. Тут только можно попить. А как же воду набирать отсюда? Ни бутылки, ничего, только попить можно, серьезно? Вот здесь шланг. Больше ни на что тут навестись. Дестрой. Дестроить нам не надо. Уже полтора литра, или сколько там. В общем, пускай набирается вода. Ну хоть, блин, жалко бутылки. Может быть, бутылками как-то, если ее в руки взять, может быть, можно наполнить. У меня, по-моему, нет пустой бутылки, я все повылаживал. Ладно. Так, теперь какой-нибудь верстачок бы сделать. Слушай, вот эту штуку, может быть, бы разрушить было. Вот этот один хлам. А здесь вот как раз верстак бы стал бы. Ведро, главное, убираешь, оно так и остается висеть. А стол? Ну, то надо инструмент, я уже выложил, ладно. Надо сходить в соседний дом. Посмотреть, что там есть. Блин, топор, конечно, я вот это что ломаю, это, конечно, очень плохо. Без толку, причем просто зомби крышу. Мне надо сделать верстак. Кстати, что там на верстак? Надо зайти вовнутрь. Ремонтный там есть верстак. Что-то для этого там надо. Так, не сюда. Station, вот это, да? Repair workbench надо. Усиленная деревянная доска. Что там еще? Скрудрайв, отвертка. Усиленная доска. У меня вроде бы есть просто доски. А как из тебя сделать усиленную доску? Дощечка. Креплениях и крафтах. Интересно, можно ли ее там прикрепить к окну? Так, удерживать. Удерживать, а ну. О! А и драться можно? Можно, наверное. Что там у тебя по урону? 14 хп дэмиджа. Не так уж все плохо. Ну-ка, можно как-то тебя куда-то влепить на окно снаружи. Ну, вообще-то мало только гвозди еще надо, но у меня этого нет. Ладно, не знаю, пока, наверное, надо где-то разрезать. Ну, ножовку по металлу и бревно, но я бревно себе пораспиливал. Так, а ножовка где-то была. Вот она. Так, может быть, использована для крафта. Большая пила. Так, сначала топор возьми. Пошли дерево срубим. Ну, вот это, например. Получил wooden log. Так, есть дерево, утилизируем, давай еще одно. Нам это явно пригодится. Все в разные стороны падают. Так, есть. Берем эту вот ножовку в руки. Попробовать как-то бросить бревно одно. Надо, но не получится схватить. Нет, это не то. Это что? А, слушай, так это может быть, оно, интересно,
Вот 8 бревен я отправил в центр. Это случайно не вот... Вот этот центр, который я построил. Ну-ка, где вы тут? Вот они. Серьезно? Хорошо, я батарейку скидывал. Да. Она не рабочая была. Вот она, да, действительно, слушай. Так это вообще все меняет. Выкинул все где-нибудь и просто перекинул все. И даже ходить, собственно, не надо таскать это все вещи. На пол выкинул и все сюда перебрасываешь. Интересно. Да, но как мне теперь распилить доски? Я топором рубил на доски, но это не фигня полная. Ладно, что-то тут не то. Топор уже, блин, вот-вот сдохнет. Так, кстати, пистолетик-то надо оба-два скинуть сюда. Вес, во-первых, лишний. Так, батарейка целая, целая. Отмычка, зажигалка, деньги. Вот, литий, батарейка. Ножницы, пила. Так, что здесь можно управлять? Там, наверное, можно кого-то пригласить или выгнать. Дальше что, уйти? Вы владеете, не можете уйти, понятное дело. Передвинуть можно. Открыть. Ладно, надо идти в соседний дом. Туман. Руками драться не умеет. Блин, мне бы биту какую-то. Или что-нибудь, какой-нибудь другой еще инструмент. Вон, микроавтобус. Мяу? Говоришь. Тоже, кстати, дом не маленький. В этих машинах никогда ничего нет. Нет ключей. Хреново. Гудбай. Джинса. 2% вообще. Кусочек хлеба. Хром. Так, тут мало тоже чего есть. На самом-то деле. Ножницы. Все по 100%. Чё, нет? Нейлс, вот много, задавай. Клавиатура знакомая, она надо, может, ее можно как-то разобрать потом. Молоток, гвоздодер берем, вроде как нужное дело. Все, что ли? О, еще гвозди. Теперь можно инструмент всякий разный собирать. Пицца, огрызок. Съем. Так, обрывки бумаги, пластиковый хлам, пакетик. А, это что, томатные семена были, что ли? Ну-ну. О, давай возьмем томатики, будем выращивать. Попьем. Надо набрать умывальник. Тут 10 литров вроде есть воды. Сполоснемся. О. Пакет молока и сока. Ну, вообще-то в свой холодильник можно было бы, конечно, забрать. Денежки, трофей. Дешевый трофей из пластика.
Кстати, ванну надо набрать на всякий случай. Это довольно-таки большой источник воды. На какое-то время хватит. Хотя бы мыться ходить или там еще что-то. Потому что я смотрю, что... Из того только можно пить там, где сборщик воды, а мыться там не получится. Что это? Антидепрессант и штаны. Тут все точно? Вот еще вот это не лутал. Иголка, нитка. Берем. Так, ну это тоже сегодня проверил, далеко не все. Режу бульон, это все мы можем себе в холодильник закинуть. Это что? Чипсы, говяжий бульон. Растительное масло, пакет с мукой. А, сахар берем. О, что-то еще прокачал. Коробка с салфетками. Так, давай мне оружие кого-нибудь. Пластичный бинт можно взять. Молоток гвоздодер, кстати, уже есть, но, кстати, он тоже как оружие идет. Ты... Ладно. О! Еще патрон. Вот самого пистолета 45 АЦП у меня уже нет. Он я потерял. Он солнцезащитный крем. Зачем он нужен? Жарко, колд. Еще томатные семена. Бинт и ножницы вроде есть. Блокнот, термос, хрень какая-то полная, это термос, мяч, опа, пластинка есть, давай возьмем. Блин, я где-то видел такой проигрыватель, но я его не взял, уже не помню даже где, далеко, давно это было уже, где-то я видел, вот еще запись есть. Каннабис. Это у нас антидепрессант. Каннабис брать не буду. Так, во, отлично. Пистолет. Во, бейсбольная бита. Найс, патроны. Обойма еще. Очки авиатора. День, а вот они. Простое обезболивающее. Обрывки ткани. Ну, можно взять. Юбка не нужна. Пусто. Да, ну хоть бита, спасибо за биту. Потому что мне топор надо поэкономить. Так, подожди, подожди. А как открепить то, что прикреплено? Наверное, никак. А вот убрать? Не, открепить и бейсбольную биту закрепить. Так, а ну их проверим. Жалко будет, конечно, сейчас топор потеряешь таким образом. Ну, брось его на пол. Можно его отослать туда? А вот и нет. Значит, все-таки в каком-то радиусе это работает. А не так, как ты думал, что на любой конце карты. Можно взять, схватить, бросить на пол и скинуть в этот ящик. В каком-то только радиусе это все это делает. Делается. Гараж. Так, вот эту дверь открой. Ты что там улеглась уже? Дай пройти. О, нормально. Так, еще эту дверь открою на всякий случай. Так, ничего такого особенного я тут не нашел. Плюс-минус. Так, ну это такую мелочь, можно сразу подъедать. Пищевое отравление, ну там чуть-чуть прямо.
Капелюшечка. О, корм. Блин, тень. Думал, что зомбяк так быстро подошел. Какие-то еще семена и томатные семена. Что это, консервная банка? Что с ней делать? Да что это так? Прямо орешь, как будто тут возле меня уже. Tin can. Place. Потом разберемся с этим делом. Джинса? Нулевая. Кусочек хлебушка. Так, тут нормально все. Это можно уничтожить. Тоже можно уничтожить. Что в ведре? Ничего. В коробочке? Пусто. Шкафчик. Какой-то зажим берем. Бумажный пакет. Еще одна ножовка. Возьму. Молоток гвоздодер тоже возьму. Обрывки ткани, это у нас еще один зажимчик. Не знаю, нужны они мне или нет. Немного картона. Рабочий свет. Не думаю, что им можно пользоваться. Что это? А, лопасти от вентилятора. Не знаю, зачем они нужны, пока брать не буду. А могу я забрать эту свечку с собой? Может только уничтожить или передвинуть, блин. Так можно было бы дом немножко осветить. Так, карту еще одну, в принципе, можно взять, наверное. Я не буду брать. А ладно, возьми, она немного весит. Сколько она там вообще весит? Не знаю. Ну, бумага явно много не весит. Так, еще 45-й, 12-й калибр. Фоторамка, блокнот, блокнот, маклот. Блокнот. Не хочу я скрывать их. Чисто хламище такое, хлебный нож и карандаш. Пластиковый хлам, ну, можно взять. Так, конечно, с пола можно все тоже... Опа. Нет, это все уже... Это уже все проверено. Пусто. Темнеет. Так, ну что, я что-то получил. Где она там? Может, не здесь, может быть, здесь. Не знаю, блин, что-то получила, куда оно делось, непонятно. Ну, по идее, я должен был воск получить. Куда ты его запхал? Запись, запись. Серьезно, куда ты дел его? Отмычки. Не, блин, я что-то не понял. Это пакетики. А вот он, вакс этот. Что с ним можно сделать? Фиг его знает. Опа. Карки, это от этой машины, что ли, наберем? Только шампунь. Нет, не надо мне. Шампунь, давай воды сюда наберем. Попьем, во-первых. Нету, говорит, воды. Тут аж 300 литров. Так, ванну ты набрала. А каким... Вот здесь можно и помыться. Ладно. Пока... Все тут.
Так, это ключи нет тебя случайно, а? Подожди, а может быть и фурки надо взять? Да нет, так не работает. Ну это значит нет этой машины ключи, зашибись. А что же она там возле этого дома стоит? Может быть с той стороны? Ну ближайшая машина еще может быть. Мне тоже долго заводится. В смысле долго это время идет. Мадам. Кусочек пиццы принесла мне. Спасибо. Блин, надо возвращаться, темно, лечь поспать. Чугунная сковорода. Ну давай возьму еще один. Еще одну. Сучка арбуза, во. Тут и вода, и еда. Газетка. Посылка, а ну. Что-то там мне дали, я что-то не понял. Тут вроде ничего нового не появилось. Тут тоже что-то я ничего нового не вижу. Фиг я знаю, что они там дали. Что-то дали, я даже не понял, что. Джинсы, джинсы, надо их выложить будет. Свет от нее, можно сказать, что и нет совсем. Он вроде как есть, но его нет. А ну давай передвинем. Да. Прям очень много света. Вазочки, всякая хрень, дестрой, мув. Всю мелочь можно разрушать, я так понимаю. Так, давай все разрузим. Все, что мне не надо. Так, карту скинь. Молоток, гвоздодер через shift. Туда же. И ножницы. Так, и батарейка целая, целая, пускай будет одна. Так, 45-й калибр, пока я 9 миллиметров пользуюсь, возьмем пока. Так, вот это 13-го калибра, это пускай со мной будет. Так, еда. Еда у нас в холодильник пойдет. Подожди, там еще джинсы надо скинуть. Джинсу надо лишнюю скинуть. Это вот. И вот это вот. Или ты все взял, опять снял? Откуда мне эти штаны взялись? Я же вроде их не брал. На мне просто какие-то штаны надеты. Блин. Нет, или это джинсы снять, носить, не все нормально, все нормально. Вот это вот, не знаю, что это, латекс, это перчатки, короче, брось их. Во. Пускай пока поваляется здесь. Так, ложимся спать, где спальня? Так, подожди, а тут спальни нет, что ли? Это как это? Серьезно, нет спальни? Слушай, а я же ведро это выкидывал, но опять новое появилось. Вот так можно фармить пластик. Серьезно, здесь нет спальни. Это как это может быть? Даже где...
Даже диван. А, нет, диван есть. Вот на диване буду спать. Давай-ка часов 5. Посветлело. Свечка сгорит, не знаю. Пускай горит. Или затуши ее. Так, вот. Опять дождь пошел. Или мне кажется. Не. Дождя нет. Три литра. Что-то маловато набралось. Не-не-не, давай-ка вовнутрь. Надо скрафтить себе... Не туда нажал. Из окна дверь. Дверной проем. Доски нужны. Дерево. Я не знаю, где эти бруски. Надо какие-то станки делать. Они что-то можно... Вот это что? Стандартный workbench. Стол используется для создания продвинутых вещей. Наверное, вот здесь вот доски можно крафтить. И вот еще здесь инструмент какой-то. Heavy. Я не знаю, что это. Что-то тяжелое, короче, надо. Железный скраб нужен еще. Так, что тебе надо? Wooden scrap. Для этого надо идти. Гвоздей, значит, хватает. Нужен топор. Ты же его выложил? А, я его не выложил. Порубим дерево. Мне оно как бы все равно тут сзади не особо-то и надо. Вон большое дерево есть. Сорок 2%. Wooden lock. Ну, давай еще одну вот эту вот срубим. Вроде как вещь нужная. Есть контакт. Там что-то он еще где-то. По-моему, я уже проверял у него. Пустая чашка, джинсы. Так. Так, это я же, блин, с какой-то... А я тебя передвинуть не могу случайно, дестроить могу только сделать. Ну, дестроить не будем делать. Так, смотрим. Смотрим, Серьезно, я свою карту выкинул, случайно нажал на эту. Wooden scrap у меня 11 есть, а надо 30. Может, тут есть где-то wooden scrap? Вообще-то есть. А, это всего лишь так и было, 11. Подожди, я что, не получал wooden scrap, когда рубил дерево, что ли? Подожди. Вроде в прошлый раз я получал. Wooden lock и wooden scrap. Понятно. Тогда еще надо еще пойти покопить. Накопить. Капец, я выкинул карту. А, у меня здесь уже две их. Надо ее поставить на место. Карта, вот, до сюда. Ага. О, теперь карта работает. Может быть, с маленьких деревьев скраб этот wooden падает, а не с больших. Wooden lock. Упал и все.
Ладно, тут попробуем сейчас разрубить их тогда. А с кустиков? Кустики ничего не делают. Ничего с ними сделать нельзя. Так, выкинь тогда, значит. Наверное, это не так работает. Disable, наверное. А, вот он, Wooden Scrap. Точно, давай все на Wooden Scrap переведем. О, отлично. Так, а теперь, говоришь, может быть, можно сделать простой верстак? Мало. Так, ну тут у нас были где-то бревна. Давай еще нарубим. Давай еще нарубим, немножко расчистим здесь. Сомневаюсь, у него заново будет расти. Во. Я хоть дальше буду видеть. Бей давай. Ну. Вот отлично. Где тяжелый стал. Так, бросаем все. Может быть, не все. Как-то половину можно взять. Так. Сплинт стак. Ну, например, блин, сколько там было, я не заметил. Давай 5. Подтвердить его. О, еще что-то качнул там. Так, а теперь? Теперь что? Блин, опять не туда полез. Теперь что скажешь? Мало. Чтоб ты был здоров, заетить, колотить. Давай себе тогда на бревна. Откуда у меня столько досок опять взялось, а? Один лок. Доска. Ты не то делаешь. Так, а, вот он, Wooden Scrap и Wooden и деревянная доска. Ну, деревянные доски давай мне пока не нужны. Я их скину туда. Хрена себе, сколько их тут нарубал. Wooden Scrap 21. Во, должно хватить, по идее, теперь. Да. Только нужен хаммер. Хаммер у нас тут лежит. Подожди, хаммер. Это ж топор. Аж почему... Почему он не засчитывается? Подожди, это молот, хаммер. Молоток вообще. А не топор. Топор это X. Да вот, бери молоток с гвоздодером, я думаю, без разницы. Какая разница, чем гвозди забивать. Вот я так думаю, сейчас посмотрим. Да, подходит, давай. Ух ты, большой. Куда же я тебя воткнул? Тихо. Так что... Ай. О. Так, использовать. Так, вот оружие есть. Что оружие есть? Бейсбольная бита шипами. 10. А как? А, во. Могу скрафтить. Сюда что-то надо положить. Но у меня что-то есть. Подожди, может. Инструмент. Инструмент это у нас. Nails, гвозди. Сама бита. И что? Одна бейсбольная бита, 10 гвоздей. Мне, наверное, гвоздей не хватает. Ну да, 2 гвоздя только. Отдай мне биту назад. Гвозди пускай там. Нет, гвозди тоже забери. И молоток. Надо это все выложить и идти искать гвозди. Друзья, может быть, их можно скрафтить? Там что-то было вроде бы. Сейчас. Вот, nails.
О! Я из железного скрапа делаю гвозди. Но этого недостаточно, чтобы сделать биту с этим, с гвоздями. Так, где они тут? Смычки, фонарик, ножницы. Так, еду надо пойти выложить в холодильник, чтобы холодное было. Так, что у нас тут есть поесть? Инсулин холодный? Да, холодный. Так, банка газировки, но мне пока не особо пить надо. Пакет молока. Пакет сахара. Растительное масло. Ну, растительное масло не нужно было в холодильник ложить, оно теплое. Не-не, во. Нет, тоже холодное. Да ладно. Коробка овсянки. Ешь. О. Дюрмит, это мясо оленя. Ну, ладно. Фоксмит. Кусочек хлеба. Еще кусочек хлеба. Слушай, стресс, когда она ест хлеб, у нее стресс уходит. А, нет, показалось. 37, да, что-то там вроде выходит немножко. Все, я думаю, этого достаточно. Попьем на улице. Так, топор — нужное дело, его надо вообще оставить здесь. Блин, я его поломал прям здорово. Прям здорово-здорово. Мне надо уже... А, подожди, я ремонтный сделал с верстак или нет? Я пытался, или вернее хотел. Но я его не сделал. Так, это можно сломать? Нет. Я сделал только шкаф. А, ремонтный этот сторидж. Коробки, полки. Маленький лист. Блин, да хрени он, что тут? Сильная древесная доска. Что это? Тяжелый деревянный стол, пригодится для крепления и крафта. Вот она, доска. Деревянный брус. А что в еде? Здесь ничего нету. А здесь тоже ничего. Бурдюк, который можно сказать. Так, интересно. Какой-то там скраб, иголка, нитка. Я могу это сделать? Угу, вот он тот бурдюк. Я его находил, по-моему, эти бурдюки. Чек. Ну-ка, где-то там бурдюк. Пустой. Да, вот я их находил. Только я не знал, что это такое. Но тут не... Тут, кстати, крафтовые там на тех, которые находил, не было. Руки можешь взять? Может. Нет, он просто пьет. Набрать с этой фигни нельзя вообще ничего, блин. Так. О, вот как это делается. Refill water barrel, вот, 17 там чего-то там. Ну, это там могу с собой носить, пускай будет. Так, а вот топор обязательно надо убрать, я уже убрал его. По-моему, я уже его убрал. Что там хочет достроить? Не надо ничего уничтожать. Ничего уничтожать не надо.
Блин, взял, поднял. А что я там поднял? Какую-то фигню. Вот эту маску. Перемести просто. Так, ладно. Надо инструмент, чтобы ломать все остальное, разбирать и крафтить. Я тут еще много чего не исследовал. Можно сказать, вообще ничего. Слушай, а бита где? Блин, топор так и не выложил, а? Не перелазишь? Не хочет. О, живая? Уже нет. 12% джинсов. Какой большой забор у нее тут. Там куча автомобилей, но я их еще, кстати, даже не проверял. Ты ж меня не увидела, не? Где-то телевизор работает, вот он. Не бухти. Ты, блин, здесь ничего не найдешь, скорее всего. Воду разве что попить. Пока хватит. Процент какой? 23, а у меня 22, чуть-чуть хуже на 1%. Так, это на улице, что ли? Нет, это в спальню. Так, патроны 12 калибра. Где бы еще дробовик бы взять бы? Ну что, крафтить можно? Вряд ли. Брывки бумаги, это что, ножницы? Карточка. Швейная игла, давай бери. Еще спальня. Доллары, газетка. Ты что ж такое? Пусто. Нить. Нужное дело, в принципе. Иголка с ниткой. Слышь, ты там дверь не ломай, алло. Еще одна бегущая. Ну ладно. Немного картона. Спасибо за картон, конечно. 6% джинсы. Она мне идет сюда или... Еле-еле. Пускай идет. Батарейка целая? Целая, давай. Опа, посылка. Наверное, ничего, я не знаю. Еще одна посылка. Батарейки нужное дело. Где ты там? Она, по-моему, уже потеряла меня. Я это вышел. Она меня опять заметила. Пачка сигарет. Такую себе. Блин, надо вскрывать. О, гаражик. О, канистра. Это что за хрень? Очиститель стекла, вот что-то такое. Вот мычка. Компьютерная мышь. Квитанция. Это рулончик для этих. Так, блин, я дверь-то открытую оставил. Мадам, ты что это? Отдохни пока.
Че у тебя нет? Кожаные ботинки. Какое качество? 23%. Где-то кто-то тут еще бухтел. Ага. Что, застряло? Сейчас мы тебе поможем с угла выйти. Ну куда ты залезла в дом? Какие там тебе джинсы? 88%, то есть. Неужели ты меня увидела, а? Идиот, блин. Хоть не сильно, но идет. Бородатый дядька. О, нормально. Бухил. Давай, что это, чугунная сковородка? Возьму как джинса. Никакая. Пустая папка, нафиг она надо. Какие-то семена. Надо грядку попробую сделать. А то гараж он там. Похож на гараж. Давай сначала здесь поищем, я что-то тоже ничего не успел сделать. Танцы, компьютерная мышь. Так, вот это мусор. Можно поубирать. Я его с собой возьму. Скину туда в шкаф. Стеклянная миска. Может быть, ее на улице можно оставить, там вода будет. Вряд ли. Хлебный нож. Не думаю, что мне нужен. Нить. А это что? Спрей, краски, ну, не знаю, возьму, может, для чего-то надо. Будет. Так, вилка, кисть, лоток, портативный радиоприемник, фигня это все. Степлер, ну, типа, можно взять. Рыболовный крючок. Бутылка пива. И термос. Ну, бутылку пива, а чё бы не взять. Пусто. Рабочий свет. Хлебный нож. Это просто хлам. Ну и все. Больше тут ловить нечего. Пошли вон туда. О. Ой, промахнулся. Тридцать пять. Маловато. Качество. В машинах, как правило, ничегошеньки нет. Так оно и есть. Такая же машина, как у меня, только от другого. Слушай, тут состояние прям все зелененькое, большая часть. Надо запомнить, что тут что-то есть нормальное более-менее. Никого. 37. Я все жду, что тут толпа зомби сейчас выбежит. Ну нет. Толпы нету. Так, ничего. Ведра. Это разрушить. Мне не надо ничего тут рушить. Блин, ни гвоздей, тебе ничего нету. Портативный приемник. Чего? Покрышки там типа. Алюминия была. О, пластиковый хлам. И болт. О, так это вещи можно и разбирать так. Нет, не все можно разобрать. А вот. Алюминия, железо. Пух, ё-моё. Это надо какой-то инструмент. Стол, по-моему, так разбирается. А вот и нет. Еще бинты. Газета.
автомобильный фильтр 100% заберем. Кстати, отвертка. Молоток гвоздодер. Можно, кстати, у меня уже столько, может быть, вместо оружия попробовать ее. Как оно там? Молоток гвоздодер, вот он. Не думаю, что это хорошее оружие. Вот сейчас на нем и проверим. На тебе. Ну, чуть-чуть. А, я думал, ты умер. Ты не умер. Да, оружие совсем не очень. Надо до хрена раз ударить. Ну, зато оно прям очень быстро атакует. Кусочек хлеба. Ботинки 11. Джинса у тебя нету. Реально, атака у нее намного быстрее, чем убитый. Блин, закрыто. Обойдем с другой стороны. Ого, гаражик-то тут немалый. Блин, походу не тот дом я. Не в том доме я поселился. Блин, они еще вдвоем идут. Вот тут реально много места. Я уже там обосновался. Ну, так переехать сюда можно. Алюминий, железо, болты. Для этого какой-то надо инструмент. Вот тачка. Тоже какой-то инструмент. О, пылесос. Пылесос разбирается. Алюминий, пластиковый хлам. Чуть там еще и болты 20 штук. А, это хрень. Так, получили пластиковый хлам. О, пожарный топор, там и металлические грабли. Ну, как оружие пойдет, это что? Скоглупцы. Пластиковый хлам, еще там что-то. Эй, мадам, не бейте двери, пожалуйста. Нормально. Газетка, джинса. Да, блин, у них нормальных вещей не будет никогда. А это что? Опа. Теплый. Туристический фонарь. Что он использует? Похоже, пахнет как в топливо. Ты что, возьми? Выключи. Ты где его дел? Подожди, дай молоток. А, он в руках был, только что фонарь этот, ладно. Ты откуда взялось? Идут все, идут прям медом, что ли, тут, блин, намазались. Киш. Так, во. Коробочка. Во, крестовая отвертка. У меня не было крестовой, была минус. Бумажный пакет. Ничего. Компрессор так не разбирается. Лестница вроде не разбиралась. Тут ничего нету. Ведро нет ничего. Вон так гвоздодер. Штаны. Миска, это я уже заглядывал. О. Банка тунца. Чашка. Это какая-то кошачья переноска. О, вот это точно. О, леска.
Да, тут, кстати, такой большой гараж, что, блин, я там поселился в маленьком домике. Ну ладно. Вон еще какой-то дом есть. Доломаем молоток, да выкинем. Я же, кстати, бегаю тяжело. Много нагрузился. Вы получили Wooden Scrap 65. Ни хрена себе. А что она себе жопу свою не может перетащить? Сломаем. Не ори. Я что тут пытаюсь все время найти? О, школьный рюкзак. Вот это носить. У меня же перегруз есть, да? Ну, носить. О, еще можно брать и брать. Хорошие боты. Такой вот 13% всего лишь. Это можно разрушить лампочку? Алюминий. Слушай, блин, тут можно столько вещей ломать и столько получать с них. Разрушили. А сколько стекла? 1 штук. Wooden Scrap 3 штуки. Серьезно, с маленькой такой... с маленькой такой штучки. Лампочка. Осколки стекла. Доска, Nails, Wooden Scrap. Не-не-не-не. Встань. Да встань, говорю. Доски 10 штук. Гвозди. О, гвозди, как раз шурупы. И скраб, а телек. Где там дестрой? Во. Алюминий. Обломки электроники. Шурупчики. И ТВ, что-то там рейд. Что-то там. Где оно? Не знаю. Там бильный фильтр надо будет заменить. Тут фильтр хреновый. Машине, которая так, немного картона, Nails, 21 гвоздь, отлично, скраб. Вот это что-то такое. Надо будет попробовать в своем телевизоре засунуть там. О, еще бейсбольная бита. Нить. Что есть поесть? Все мое. О, еще одна бейсбольная бита. Это на что? Какая-то хрень. Которой нет пока еще текстуры. Где-то там кто-то шкрябается, ходит. Закрыто. Открыть. Досками забили. Я не знаю, как досками самому забивать. Осколки стекла. Не знаю, зачем нам осколки стекла, но пригодятся. Что это? Скрем. Калькулятор. Может, его разломать можно. Штаны. Крест-отвертка. Давай еще одну возьмем. Отлично. Бейсбольный. Говоришь, уже не лезет. Ты ходить хоть можешь? Можешь. Точно не лезет. Блин, не удерживать никак нельзя. Пачка сигарет, немного картона. Линейка. Ладно, надо возвращаться домой. Нам туда. Тут еще куча домика, который можно лутать. Так, друзья, в том или направлении? Я вообще не в том направлении пошел, я оттуда пришел. Ты уходишь от дома. Угу. Я хотел избежать вашей встречи с вами. Но, отлично. Явно, что я тут был, потому что зомби лежит возле двери. Склад. Ой, как я далеко отошел.
Бегать вообще не могу. Ты же не бегаешь, студент? Аккумулятор еще. Может, его можно разломать на свинец? Зачем он мне нужен? Пока не знаю. Так, это что? А, это шар тут. Написано компас, но то нифига не компас. Ой, как далеко. Отлично, мы пришли. Надо все сбарить все сюда. Так, бейсбольных бит у меня довольно-таки много. Еще одна чугунная, две сковородки чугунных. Бейсбольные биты, пистолет еще такой. Но я пока глоком буду пользоваться. Как кончатся патроны на бейсбольную биту, так топор выложу обязательно. Этот потом подремонтим. Пожарный топор тоже. Металлические грабли тоже как оружие когда-нибудь пойдет. Так, ну-то они здесь. Это тоже. У вас, кстати, нитка иголка. Ты в курсе, что ты... А, ну все правильно делаешь. Так, клинический набор. Не знаю, что там я выкинул, по-моему, не нитку, иголку. Деревянный брус. Бутылка клея, там канистра. Так, через shift можно скидывать все. Досок у меня, если честно говоря, очень много. Немного картона, нить. Будем скапаш 85, это мне. Это я пока оставлю так батарейки. Вот алюминий скинь. И батарейки. Ой. Да блин. Автомобильный фильтр. Ну-ка, 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 ну-ка. Это что? Где-то тут фильтр я видел. А вот он. 45%. Ну-ка, инсталл. И запихнем нормальный. В руки возьми. А, ну или так. Ну, 100%. Что это у нас? Engine. процентов engine не очень хороший, можно так сказать. Фильтр, конечно, оставлю. Вдруг совсем плохо будет. А, блин, помыться надо уже. А ты что сюда воду не набрал? О, теперь можно и помыться. Это мы прям здорово загрязнились. У меня он с мозгами что-то не... Так, подожди. На ванну наведись. Да подожди ты. Так, это ладно, надо что-то либо поесть. Мыло для рук. Пить не надо, понюхать. Пахнет цветами. Сигареты я не брал. Алкашку надо взять. Надо бухнуть, иначе у него мозги едут. Бутылка газировки, водка. Дринк. О. Блин, как сушит, офигеть можно. Сушняк. Ой, нет. Кто-то сейчас сдохнет. Вроде уменьшается, отлично. Нельзя много. Алкогольное отравление пошло. 32, ой-ой-ой. Надо пожрать что-нибудь. Выпить. Взять в руку.
Во, пошли. О, я проходить прям не могу. Меня прям, типа, во все стороны носит. Слушай, а что если горшок уничтожить? Серьезно? Да вообще еле ходить можно. Так, не то. Через тап это можно. Так, где он, этот пакет? Вот он, да? Говяжий бульон. Это ты его в руках? А вот. Набрал. Отлично. Ох. А персонажик-то пьяненький. Что страшного? Так. Бурдюк пускай будет. Бутылка пива. Вот это то, что я в руках держу. Во. Бурдюк пусть будет. Попьем воды. Так, надо что-то съесть. Говяжий. Котлетки бы приготовить. Я сегодня как с едой не разберусь. Лапша. Ну, нормально, живем. Здоровье восстанавливается. По-моему, тут вот можно готовить же шкук. Сковородку надо было поставить. Запитано написано. Отлично. Низкое. Горячо. Выключить. А, можно отсюда все управлять. Так, надо все-таки это... О, надо вообще заканчивать. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.